Всем привет! Настала пора немножко запасы пополнить. Нашел березку. Повально отделилась от ствола, поэтому можно забирать. Сегодня буду работать таким майбахом в мире ножовок. Это у нас силки. Катана бой 500. То есть длина лезвия 500 миллиметров. Можно перепилить довольно толстые стволы. Стоит она немерено по сегодняшним временам. Но мне досталось, по сути, бесплатно. Обменял ее на две куксы у японца. Отправили мне, ждал я ее очень долго. 205 дней в пути. Я думал, уже потерялась и не дождусь ее никогда. Но вот на днях я был обрадован тем, что посылка пришла на почту. Ну, вот сейчас отпилю вот эту веточку, буду работать ей первый раз, и потом вот несколько резов сделаю. Если дерево довольно-таки живое, чистое, то заберу. Там подальше еще одна березка лежит. Потом, если здесь мало получится, прогуляюсь туда. Сейчас вот в этом месте попробую резануть. Если там чистенько, то возьму сначала этот участок, потом пару бревнышек отсюда. Ну что, пилит очень быстро. Сколько? Секунд 20-30 я потратил. Дерево мне повезло, чистенькое, свежее. Сердцевина тоже хорошая. Поэтому буду забирать этот участок. Толстый тоже будем брать. Ладно, работаю. Работать ей, пилить — одно удовольствие. Хват двумя руками, то есть силы немного тратится.
Вот немножко напилил на какое-то время, пока хватит, потом можно вернуться еще. Сейчас, в принципе, наверное, сухие времена пойдут. В принципе, быстро не сгниет. Вот. Там подгнило, сломалось, упало. И можно забирать. Ладно, тащим в машину и работаем.